93% артизяна сегодня регулярно вносят деньги за квартплату. Эта аккуратность квартиросъемщиков и владельцев квартир позволила коммунальному предприятию службы единого заказчика приступить к плановому ремонту крыш многоквартирных домов в Харциске. Из-за дождливой погоды в мае график кровельных работ коммунальщикам пришлось несколько раз корректировать. И сегодня, чтобы наверстать упущенное, в городе задействованы сразу 4 бригады кровельщиков, 2 из которых работают в центре города. Согласно графику, мы вообще чуть-чуть отстали от графика, так как у нас с мая месяца начинается кровля. Отстали от графика в связи с погодными условиями. Ну, в данный момент уже домов сделали там где-то около 20. Хотя у нас и есть большие задолженности по квартплатам, но все равно как-то пытаемся работать и помогать людям. Ремонт кровли многоквартирного дома по адресу Сергея Лозо, 15, сегодня выполняется за счет квартплаты, внесенной жильцами этого же дома. Высокая платежная дисциплина владельцев квартир позволила домовому комитету обратиться в коммунальное предприятие с заявкой на починку крыши. Существенные сложности в работе кровельщикам, помимо неустойчивой погоды, оказывают вполне рукотворные непроходимые дебри, образованные путаницей интернет-кабелей, проложенных, по мнению коммунальщиков, с игнорированием всяческих правил. Сложность у нас тут по кровельным работам. В данный момент у нас интернетчики, кабельное телевидение захламили полностью нашу крышу. Приходится нашим работникам лазить под кабелями, которые вообще должны проходить у нас по чердачному помещению. Мы будем добиваться это для того, чтобы крышу очистить.